Yep. Нифига, блин, хорошее время. Там слева уже все разъехались. Дайте бомбу в конце, жирный, ну чё ты... Всё, хана, такой пейс был. 8 секунд. Смысл играть в одну и ту же игру столько времени, если не на спидран только. Спидран хотя бы это... Ты реально как бы фиксируешь. Там, для истории. А так просто реально впустую. О, ничего себе, битсы, кстати, блин, уведомления там работают или нет? Опять же, ни хрена не работает. Корабль просрал. Я же ставил Олег ты на битсы. Привет, хоти. Ну, на самом деле, вот эти последние два уровня хорошие были, но до этого, где там, на втором, на третьем, да, на втором и на третьем я дофига слил. Помимо второго и третьего, остальные уровни пока новые. Блин, корабль за водой появляется, и как мне за ним ехать? Окей. Ну, плохой уровень, но без корабля это всегда он так проходится. И без часиков, и без бомбы в конце. Готов хотя бы бомбу в конце. Бомба в середине, ладно. Лучше, чем ничего. Часики в конце. Часики в конце даже иногда хуже делают, но тут вроде нормально. Но это получше пейс, чем раньше был, секунд на 5. Бомба. Я понимаю, почему у меня, почему я не вижу, кто в меня попадает, потому что когда столько много объектов на экране, а тут 6 танков, просто иногда танки и пули, я так понимаю, невидимыми становятся, потому что все мигать начинает. Когда вот на одного игрока 4 танка, там такого нету, там тоже иногда бывает. Какие-то небольшие лаги, но такой жести нету. Проблема в том, что я не знал сейчас мигающий, вот этот быстрый, будет он жирным или нет, поэтому мне пришлось прям впритык к нему подойти и стрелять, потому что если у меня было 3 жизни, то обычного выстрела бы не хватило.
Корабля-то нету, блин. А вон он был. Бомба. Блин, ну бомба в конце нужна еще. Куда ты, чё? Застрял, блин, тут где-то. Вот если бы не этот уровень, но это 11-й всегда ужасный. Тут без корабля сложно. С кораблем бы. Yes. Хотя бы так. Все, я думаю, теперь уже точно с танком Д можно заканчивать. По идее, я 3 ПБ сделал за 2 дня. Спасибо за GG.